Начали? Да, все очень просто. И как только завод перейдет в нашу собственность, вы спокойно можете уехать к себе назад. В Лондон. Вот не могу только одна говорить. А почему я должна отдать вам завод бесплатно? А я вам сейчас на карандашах объясню. Вы бюджетные деньги взяли? С глазами видела. Да ладно. Ваш муж их взял. Муж. Погореть не боитесь? Мы завод огнетушили, обанкротили, загасили. Предлагаю ваш завод взять и... Загасить. Вот и все. А моя выгодная какая? Узнаю предпринимательскую жилку Барвашиных. Объясняю. Во-первых, вы избавитесь от этого завода. Во-вторых, вы тут же можете уехать на все четыре стороны. Причем за небольшую компенсацию, Алиночка. Вот компенсация – это аргумент. Но, знаете, у меня такое ощущение, что я продаю родину. А это ведь дорого стоит, да? Не продаете. Отдаете в надежные руки. Мне кажется, мы нашли с вами общий язык. Хорошего вам. Стоп.